Премьер-министр сказал, что Израиль не относится легкомысленно к угрозам в свой адрес и не уклоняется от них. Бенямин Нетаньяху намекнул, что Израиль не уклонится от военных действий против Ирана. Об этом он заявил во время вступления на церемонию выпуска пилотов Цахала в среду. Кроме этого, он пообещал, что Израиль будет твердо противостоять ядерной программе Ирана и его укреплению в Сирии. По словам Нетаньяху, Израиль также не пойдет на компромисс в отношении шагов, необходимых для предотвращения создания противниками высокоточных ракет и их размещения в Сирии, Ливане и других местах.